С кем еще на партии вы на ты? Членов партии. Вот с Дмитрием, например. Шиловым. Он просто меня моложе намного. А так вообще я обычно на ты не говорю. Членами партии. Совсем когда молодые ребята, они это нормально воспринимают с учетом разницы возраста. А кто еще на партии с вами на ты? Ну, я думаю, что из членов партии, да я даже не знаю, вроде бы и нет. Вообще у нас такое не принято вообще в партии, так сказать, на ты обращаться, как правило. За исключением вот такого какого-то перепада очень сильного возрастного.